В данной лекции мы рассмотрим препараты биологической медицины с точки зрения обеспечения дренажа и детоксикации соединительной ткани. Это препараты, соответствующие органам и фазам гомотоксикоза или дренажная терапия. Мы рассмотрим препараты компании ОТИ и компании ХЕЛИ. Для детоксикации соединительной ткани используется общий комплекс Psarinum OTI-Composta. Это базовое средство. На фазе реакции BioAR. На фазе депозиции и импрегнации это лимфомиоти, главный препарат. Дополнительно Astcific. В фазе импрегнации ключевой будет Astcific и дополнительный дитоксина. В фазе дегенерации биотир. Их аналоги производимые компанией Хель. Псоринохель базовое средство. Троумель, применяемый на фазе реакции, фазе воспаления. Лимфомиазот на фазе депозиции, дополнительно галиум-хель. Галиум-хель на фазе импрегнации и пульсатилокомпозитум. И на фазе дегенерации тиреоидеокомпозитум. Для нормализации работы иммунной системы используются следующие препараты. Графитос отикомпоста или гамма-графитос. А также иперсульфур для детоксикации кожных покровов. Аэротти – комплекс, применяемый для лечения органов дыхания. Популюс отикомпоста и берберис отикомпоста применяются для лечения детоксикации выделительной системы. BH-симплекс, BH-комплекс, хеледониум отикомпоста и берберис отикомпоста применяется для лечения печени и желчевыводящей системы. Нуксвомика отикомпоста применяется для детоксикации и дренажа желудочно-кишечного тракта, прежде всего кишечника. Аналоги, производимые компанией Хель. Для активизации выделительных функций кожи применяются графитос гомогорд и швефхель. Для детоксикации органов дыхания тартефедрель. Для активизации мочевыводящей системы популюс композитум берберис гомогорд. Для детоксикации функций печени и желчевыводящей системы применяются кепаркомпозитум, хепель и берберис гомогорд. Для восстановления работы кишечника применяется нуксвомика гомогорд. Для того, чтобы стимулировать выделительную активность различных органов, применяются следующие комплексы. Для кожи – дермотти. Для органов дыхания слизистых биом плюс дитоксина. Для стимулирования выделительной активности мочевыводящей системы солидага отикомпоста. Для стимулирования работы печени и желчевыводящей системы BioH комплекс. Для стимулирования детоксикационной функции кишечника комплекс биом или гамма-биом. И аналоги компании Хель. Для стимулирования выделительной функции кожи кутис композитум, органов дыхания мукоза композитум плюс пульсатила композитум. Для стимулирования мочевыводящей системы солидага композитум.
для печени и желчеводящей системы – гепарокомпозитом. Для кишечника – мукозокомпозитом.